Я работаю. Вот что вы сейчас делаете? Печатаю отчет. Да? А клавиатура где? Балда ты синяя. А как? А где? Правда? А так всегда было? А так всегда. А ты не заметил, что буквы на мониторе не появляются? А должны? Да, все. Ольга Александровна, давай, собирайте все свои, не знаю, пустые бутылки. И вот эту фотографию чужой семьи, наконец, заберите отсюда. Это моя. Это не ваша. Вот я маленькая стою. Это Симпсоны. Все-все пересаживаем бедняжку, которая упала. Сломала себе листик. Новенький, красивенький. Корни у нее шикарные. Ну, а лист вот повредился. Хотя обычно, когда орхидеи падают с подоконника, как говорится, отряхнулась и пошла. Ничего страшного не происходит. В большинстве случаев. Мало кто, когда голову сломает. Листик повредился, но я его не буду убирать, потому что поврежденные листики у многих орхидей тоже долго работают. Корни прекрасные. Практически плохих нету, только там немножко сухие две штучки на конце. Вот я их обрежу. Кстати, очень неудобный инструмент. Вот, мне очень не нравится. Специальные орхидейные ножницы такие. А вот такие не специальные, мне очень нравятся. Берем горшочек побольше, и у нее, когда мы вынули из горшка, не было торфяного стаканчика, поэтому нам не пришлось его удалять. Вообще торфяной стаканчик выглядит, сейчас достану, вот такой вот кусочек торфа. Обычно мы его убираем, потому что он очень влагоемкий. Во что будем сажать? Ну, я предпочитаю мелкий керамзит. Вот такой вот дренаж цветочный мелкий. У нас неплохая фирма Фаска есть такой. А вообще в кору, мох, серамис, без грунта, кто на что горазд. Засыпаю аккуратно корни. Постукиваю по горшочку, чтобы не было пустот. Ну и вот осталось немножко досыпать, и посадочка будет готова. Разницы в поливе в коре или керамзите я, например, не вижу. Практически одинаково поливаю.